На одну спару унесите шмели зону. Зеленый нас кинул, да, сегодня. Бергриан. Ну, он подумал, хули тут с бомжами ловить у 25-й обычки. Пойду на цирк. Дай тинер. Чулан. Блять, охуенно. Да. Сразу говорите, там кровь кому-то нужна, обе одна это одному кому-то отдам. Я его даже чувствую. Ни у кого там квеста нет на пос. Ладно, пусть тогда ставлю. Рольте штаны эти. Войт. Хочешь всегда мастера обгонять по ДП? Сделал себе туре. Андеды. Не ДП. Отпал. Пропал, исчез. Пашки, тебе нужно это. Тут сзади моб душит. Сейчас у меня окно закроется, и я отвечу на все ваши вопросы. 10%? Войд, мы можем отдать помидоринки за 10%? Как это? 10%? Ну вообще это да, это, блин, хорошие штаны. Нет. Да, ну если не хотите за фул, это так же опять, как с токенами. Ну не штаны, что там было, кожа? Перчатки вроде.
кожа, РП. Он говорит про этого босса, про эту клопузу огня. А, про это. Офигеть, вообще, ничего с 25 обычки не забирают, да? Хорошо, поехали. Там Ордру был. Да, там какой-то танкодеру вроде, ник. А он, наверное, сидел, молчал, его выкатил. А не, вон он сидит. Пейнхунтер. Ревизиан, с тебя 25 кп же не сняли, да? Я не знаю, не смотрел сейчас. По-моему, нет. Да, не сняли. Ой, блядь, чё за х... Есть? Пойдёмте, мы так и захилим, блядь. А за донатчик, блядь. Че такое? Вот. Блядь, дайте добежать, нахуй. Че ты ругаешься? Я бы его, даже если бы он был, не брал.
как я слизней заявил, их два теперь. Турбо, мое поздравление, сними ГП с меня. Турбо, ты линкуешь аддоном, да, шмотки? Да, а ты не видишь, потому что у тебя аддона нет. Мне это... Ну, скажи, мне плащ нужен. Скажи там, если кто-то его будет троллить. Хорошо. Но ты на мэнте все равно забираешь, вы же вдвоем сейчас. Мне сейчас ранит, даю банка. Подожди, плащ? Это же... Ну, ДДшный на анхолика. А. Ну, ты сейчас танком идешь. Чё это? Или ты хотя шмотки собираешь на ДД только с 25 обычки? Ну да, мне тут на танка ничего. Ну, крит скорость, да, вон упал плащ. Ну тут только да, на второй спек хотят. Так что микстурка, ты получаешь его за половину. А вот я хотел спросить, я типа понял, хочу третий спек собирать. А как с Т4 будет вообще? Если вдруг. Ну вот я хочу себе БДК, да, обычка. Алиса, без, тут? Без ГП, да? Да. То есть без ГП. Скинь мне пароль, ты пароль поменял. Я скинула. У меня тоже есть вопрос. У меня 27 ГП снимут. Где ты мне? 8. Сними, пожалуйста. Заря объяснял. 25 ГП. Да. Я его не вижу. А, вижу. 5 ЕП, а не КП. Он а думал, что ему косарь ГП въебурил. Блять, читай чат, короче. Бузер, бузер дом. Что его наказать? Ты типа зашел, да? Я гружусь. Ро, это. За что, куда? Кем? Алисы? Войт, отдаем кинжал за 10% опять руки на мутик. Ты что, у нас пуги, да? Не. Войт, в таком составе хилов и пойдем, или кого-нибудь в Элем испекнешь, а меня в хилах?
Че вам там, замены надо кто? Там кадру. Тогда. Че там, перекур можете пока? Сейчас поставлю. Мастер, блять, не забудь рандомы штаны одеть без сокетов, которые... Во это. Ой, бля, у тебя, сука, кнопки хуево расставлены. Сфера сеть. Я был вообще-то, я сидел в Дискорде. Я, блядь, зашел нахуй, вы уже собрали, мне сказали. Да, еще с говорить. Я только зашел, смотрю, уже все заходят в Дискорд. Знаю, что всегда в Дискорде собирали. Так я вообще-то уже не на Алисе сижу. Ну да, да, все. Вопросов нет. Где у тебя таун, блядь? Просто лут долго раздается, потому что вы в бой вступаете и по 5 раз приходится тыкать. И он ЭГП не начисляет, когда прям переотдачи лута ты кнопку нажимаешь. Таун на F5 ставить нахуй. Че, опять какие-то обиды пошли, что ли? А где Шреддер? Эрдру нету, да? Не понял, блядь, юмора на. Нажал на стол, а что за хуйня, блядь? О. А дебафа не было даже на мне, блядь. Потому что я нажал про... Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Блять, я процентаж не вижу, но у Алисы не устроен. Да я юзну, короче, когда Дебрси будет видно. Блять. Я просто что-то забыл. Он голова поднимает.
Одна секунда, блядь. Я дал прожим. Да не, я таймер наебал. После красного я юзаю квест. Зеленый не будет замедлен. Я в луже. Сейчас. Лужа нужна, а где лужа, блядь? Сука. 44 у него. Блядь, сколько меня проебал, отойдите. Бузер без маны. Я первый бью. Я первый забираю. Угу. Кому диван кидай, сразу скажи. На вкус как вишенка. Ой, извините. Ты чего так далеко от меня? Не стойте перед проф, туда лужа может кинуться, но... Четыре стака. Или менее. Уже давал. Но там было. Я прожимку могу давать, да. Если что. Пельмени. Четыре.
полгода я отхожу. Я прожимку дал. Ну, ни одного чувака нет, который ход кидает, понимаешь? Они до некоторых не достают просто. Сука, колба. Ты квест сделал? Да. Да, здесь. Ну, думаю, да. Да я очень невнимательно уже смотрю, пельмени ловлю, так что замените, пожалуйста. Всем спасибо. Убили, квест тебе сделали. Ага, понял. Я курю, в принципе, ну, в Дискорде буду, если там сильно что-то, но, честно говоря, нет желания что-то сегодня ходить в рейд. Что там, у вас один уходит? Так, спекай меня в ДД и друбери. Так вы убили или нет? Говорит, АГП да убили, Алиса и Кости сделали. Успокойся. Вот сейчас за колбу посмотри. Все, есть схожу. Турбо, я тебе в личку написал, если что, я отошел. Угу, я посмотрю. В личку? Да, вижу. У них нет 10 тысяч, ИП все равно отдаю. Алиса, что ты говорила мне за Шредера, если Шредера нет в рейде? Ну, мы с ним пиздели. Там один на один. Бля, жалко. Что за спиной такой хуйню базарит, нахуй в лицо не микстурки, может сказать. Микстурки отдаю печеньку, потому что у вас, ребят, нету, кто там на мой нажал 10 тысяч ИП. А в него просто аддона нет.
Микстурка, а ты же плащ получил? Да, да. Почему? Микстурка, если ты меня потеряешь, я тебе под дверь нас. Ну, извиняй, я под нечестивости. Таков ли, брат, ну ёбан, будь человек. Микстурка, покажи мне их, тебе ГП за них не начислилось, походу, из-за того, что аддона нет. Да. Давайте начислим. За плащ. Угу. Ну все, готовься, блин. Скоро у тебя будет куча у двери. Ты если б знал, какую я кучку могу ляснуть. О-о-о. Ну ничего, давай друг другу в гости ходить под дверь. У меня-то 80к, я могу побольше нагадить. В смысле 80к? Ну хп, значит я потолстею. А я 115 вешу, здравствуйте. Вопрос, кто больше насилит? Я просто охуеваю с того, что у 258-го танка какого-то хуя хп больше, чем у меня. Он Таурен! Ну еще у него 5 или 6 брюлей на стамину. Или сколько там. Я не мать. Ну похуй. А ты лошня, создала сетраль. Он красивее, чем Таурен, зато. Нет, да. Кровушки топовые. Не страшно. Блин, ногу хочу, но они страшные. Сервант конченый. Где Софрейн? Под ХП. Сервак заточен под скилловых игроков. А чё у нас одного, второго нету? Блять, пойдемте дальше аннигилировать, вы заебали. Танки пуляйте, трэш. У меня выходные, ну, блядь, я ещё не подлезу. А мне долго, блядь, это ждать, когда мне паки дадут? Ну, турбойс отошел, у него ассист только был. Где ты? Да, вот я тебе скажу, вот это и ПГП, это вообще такая лажа. Да. Это... Я ты знаешь, как... Это не от ЕПГ... ЕПГП зависит, это зависит от людей, нахуй. Если люди мудаки, вам никакая система не помогает. Да, все правильно. Не, ну это понятно, просто... Блять, все люди мудаки, нахуй. Большой или малый часть. Нет, на офис просто ЕПГП, знаешь, как работает? Ты короче, ну автоматически населяется уже. Ну, просто ты там... Тебе выбирают, кому шмотка будет лучше, и просто отдают. И кому она в процентах лучше бафнет по перца. А тут да. Как бы на Ирелла все держится. Нет, там нет, там смотри, отношение процентов к это рейд твоему как, при это да, приоритет. Да. То есть там если там на 7% тебе апает, у тебя приоритет, допустим, 16%. А у чувака на там на 16% его апает, но у него приоритет 30, все равно отдаст шмотка тому, у кого приоритет выше. Но потому что она его апает больше, чем на 5%. А что это такое в гильдии понабирали? День не пришел без нам. Не знаю. Грациоза, блин, Котлас. А это Дум набирался, делал, блядь, 220. Альфа-самцов, которые за ГП оденутся или внут в джоки, блядь. Там в джоков набор 265+, там. Критерий. Ну, у нас как раз 3 месяца посидишься, оденешься 265+. Ой, как раз для джоков подхожу там все дела. Шансун квадрат. Я посмотрю, Алис, как ты на основании сделаешь квест. Кто гнёт и вступит давай в джоки? Давай несложно. Я скажу, что... То, что это мой лучший друг, и тебя кикнул. Ты, Войд, говорил, можно нести хуйню во время пиздежа, блядь, тени трайбосса. Сейчас бу
босс идет. Сам говорил, я тебе говорил, что я тебе припомню, блядь. Сейчас я... трэш, а не босс. Да-да-да. Вы можете все. Пиздеть, пока вам не скажут нахуй закрыть свои ебало. Чё непонятно в этом? Ты чё орёшь-то, блядь? Ебать, ты когда-то вы научишься нормально разговаривать? Или у тебя типа... Слушайте, пожалуйста, и гоу бить. По контролям будет, скажи. Царь обезьян, луну, квадрат, шансур, контрольте. Дополнительная цель приветствуется. Контроль. Тактик. Бьем все. Тактика, набираем агро на нем. А вот большого бьем. Высокого. Значит, даем гнев небес. Паладины. Хилы отпрыгивают. Их не убил. Бьем кружок. Теперь звезду. Я там Валька летает, сбивает контроль. Давайте командира бьем. Вот так. Но мы прибежали там забирать. Танков хилим, 3 хила. Чек на пока. Там бояшка лежит. Ага. Два. Беру.
Я на ком. А чё, Пусси Магнит, хочешь косточку получить, что ли? Не-не, ничего. Да. Теперь да. Мастер, спасибо за сумон. Нормально, что там на один сидишь? Я не делал. Мне в ком быть? В танке или в хиле? В хиле. Иннер по себе дашь. Ага, он не успел спекнуть. Сука, не успел. Ты в танке? Да. Забери одному тогда. Ну, сори, сори. Алиса, может, ты отведёшь их, а? Ой, нахуй скилл, бить в лицо боссу? Этот конченый посох с палькой, выкиньте его.
Тот, у кого не Белунг. Зачастую его берут с Вов. Да, да, переагрить, верно. Где? Прыжим, кидай фул. Да. Все, надо. Добивайте ты по боссу. Боешка упала. Я же сказал, что солдаты зачастую берут небелунги. Танк от Друз, пекайся. Слышишь? Или он, пусть Алиса сразу спекается в ДД, а я с ним буду на боссе. В принципе, она же квест делает. Ну чё, мне в танке или в хиле? Почему? В чём? Ну так мы убьём. Вот, вещи не отдаём тому, это, у кого 10 тысяч ИП нет. Если никому эта шмотка не надо, то можно отдавать. Это ну, если на третий спек нужно. Как поступаем? Третий спек отдаем или на это первый на шмотку Ашки, но у него нету приоритета совсем. Есть-то царь обезьян на третий спек. Хожу налево на третий. Царь обезьян ты на ДЦ. Царь обезьян выше всех. Если царь обезьян на ДЦ, то отдавай, потому что холи пало это кольцо нахуй. Алиса. Наверное, я. Ну там вроде зеркало словить, и нужно быть второй укушенной, да. Нужно быть и первой укушенной, если ДПС пытает, но ДК такого не сделает никогда. Четырех и остаться в живых. Ты умеешь кусать? Да. Первое зеркало ловишь вместе с танком, и тебя сразу его забирают, и все. Дальше не беси наш гейм. Да, чулан, это поставь, пожалуйста, банк. Я сложу сейчас боешки, там дерьмо всякое.